Дорогие зрители, пришла до боли печальная новость. В возрасте 89 лет не стало одного из легенд советского и российского театра и кинематографа, великий актер современности умер в своей квартире от инфаркта. На 89-м году жизни скончался Олег Басилашвили. Имя этого актера вписано золотыми буквами в историю отечественного кинематографа. И это не является преувеличением, ведь Олег Басилашвили создал целый ряд удивительных образов и стал настоящим мастером перевоплощения. На кого же из своих персонажей он больше всего похож? Подступного Юрия Самохвалова, жалкого Платона Рябинина, мрачного Воланда? Пожалуй, ни на кого, ведь в жизни он совершенно другой, а реалистичность этих персонажей достигалась исключительно благодаря актерскому мастерству великого Басилашвили. Всесоюзная слава пришла к Олегу Басилашвили вместе с его отрицательным героем Юрием Самохваловым из «Служебного романа». Несмотря на то, что персонаж был отрицательным, у актера появились многочисленные поклонники. Нам очень приятно, что наши зрители не остаются равнодушными и оставляют слова соболезнования в комментариях.